Представляете, за вами идет сиреноголовый и говорит, как старые какие-то записи. О, привет. Как манекен прям. Вам нужна одежда на сиреноголового? Всем привет, котята, меня зовут Лана. И сегодня мы с Ёшей решили устроить дуэль. Но не свиную, а немножечко другую. Ёша, привет. Привет. Да, дуэль у нас будет непростая, дуэль у нас будет уже не в свинине, а в беконе. Ну что, поехали! Ёша, кстати, тут появилась новая 12 глава, мы, по-моему, в нее еще ни разу не играли. Да, крайний раз, когда мы играли, это было как раз-таки у меня на канале, и мы играли в 11-ю карту. Да, а теперь есть еще одна, и я понятия не имею, чего от нее ожидать. Так, нам предлагают взять какой-то вертолет военный. О, нет, Ёши. В общем, мне нужно на крышу, а я пока нашла только один ключ. Слушай, как тут все темно и ничего не понятно. Ну, у меня тоже темно, ничего не понятно, но пока я как бы просто сижу и жду, пока меня выпустят. Ну, тебя довольно скоро выпустят. Слушай, я сразу нашла дверь, которая открывается ключом, который лежал в начале. Вот это мне повезло. Так, а вот и я. Вот какой-то город. Ну, вообще, карта называется офис, так что, в принципе, да, мы в каком-то городе, наверное, он и располагается. Так, слушай, а я нашел ключик. А зачем тебе ключик? Ну, так. Почему бы и нет? Ты оранжевый использовала? Нет, вот я, кстати, нашла, где он тут используется. А ты будешь мне помогать? Нет. О, ну ладно, раз не будешь мне помогать, голубенький тогда... Голубенький нашел. А, голубенький я как раз-таки уже использовала. Ага. Значит, ты где-то недалеко. Ага, значит, и ты где-то недалеко. Значит, где-то недалеко. Ну-ка сюда. Подожди, я хотела использовать на тебе шокер, но нет. Почему все так быстро? На самом деле, я даже не хотел тебя убивать. Я просто шел за тобой, я думаю, ну ладно, побегаешь, покажешь мне карту, но как-то не пошло. Я хотела тебя немножечко остановить, но в итоге ты остановил меня. Так, мне показалось, или опять я буду беконом? А как ты это смог понять? Ну там ник уходит. Да. Ну да, но по-моему это так не работает. Я не уверена. Давай сейчас посмотрим. Уже прям через пару секунд мы узнаем, кто будет беконом. Да. И это... Опять ты! Я же сказал. Так нечестно. Опять этот ключ на том же месте. Слушай, неужели все будет точно так же? Ну, я надеюсь, что все-таки в следующий раз тебе больше повезет на бекона, скажем так. Да, но... я тоже надеюсь. Так, вот я не знаю, пойти по другому пути, взять другой ключ. Давай, думаю, у тебя 10 секунд. А можно на улицу выйти? Можно выйти на улицу! Обалдеть! И второе здание, да, слушай. Это как 9-я карта в свинине прям. Да, только намного темнее. О-о-о, привет! Ты прям рядышком, привет. Рядышком, рядышком, так, ладно. Тут вот есть ключик. Ключик, да, вижу, есть. Тихо, ты что так близко-то? А что у тебя там висит? Какой-то ножик красивый. Дай посмотрю. Нет, дай посмотрю. Нет. Дай посмотрю. Нет, Ёша, нет, пожалуйста. Ну как это нет, если да? Не смотри, тебе не нужен этот ножик, он неинтересный совершенно, абсолютно не для тебя. Так, вот сюда, не туда пошла. Так. А почему не ставятся, кстати, у меня эти штучки? Капканы? Да. А, даже не знаю, они у тебя должны быть. Но они у меня есть, но они мне не ставятся. Ага, карта подыгрывает мне, отлично. Это вообще как-то странно. Это очень странно, но еще странно то, что, по-моему, это самая сложная карта из всех, которые я когда-либо видела вообще. Ну, прошлое тоже было довольно неприятное, кстати говоря. Ну, я даже не могу понять, куда мне здесь вообще идти. Ко мне! Нет. Вот тебе один ключ, вот тебе зеленый, поиграй с ним пока. Ну-ка, как интересно. Ты там так руки поднял, наверное. Да. Пожалуй, вот так вот тут посиди, да. А, я тебе дверь закрыла, а ты из другой вышел. Из другой, да. Нет. Я умный бекон. Умный бекон? Это редкое, знаешь, такой редкий вид бекона. Разновидность такая, скажем так, не самая частая. Так, хорошо. Хорошо. Так, ну что, может в этот раз у меня получится? Что? Не, Ёша, ну не. А что такое? Я промахнулась. А что такое? А что-то не так? Да. Ну-ка, да, расскажи. Подожди, я приду, я подойду, а ты мне расскажи, что не так. Нет, расскажи, я психолог, давай. Что не так? Вы не похожи на психолога. Я очень похож на психолога. Все вот посмотри, психологи... посмотри, я в костюмчике. Видишь костюмчик? Костюмчик. Нет, видишь? Ты в футболке вообще-то. Нет, ну вот же у меня аж вот, как это называется, пиджак.
это не пиджак. Как это пиджак? Посмотри, что это не пиджак? Пиджак. Юша, это не пиджак. Пиджак. Не пиджак, вот, да, пока. Вообще-то ты меня не закрыла. Да? Да. О, нет. А еще я не знаю, где ключ. Слушай, карта вообще какая-то непроходимая совершенно. И очень-очень страшная. Пойду в другое здание. Пойдем в другое здание. Ты со мной пойдешь? Да, конечно. Тихо! А ты чего орешь-то? Ну, страшно, что убью тебя. Так, ну зачем дверь передо мной закрывать? Просто мне нравится. Нашла, где используется. Нашла? Ну-ка, давай. Нет, подожди! Тихо, ой, смотри, сколько ключей. Они такие все классные. Вот я молоточек возьму. Покажи, так. Вот смотрю, молоток. Уходи! Угрожаешь мне молотком? Да, молотком. Тогда я тебе угрожаю ножом. Нет, не ну-ка надо. Сюда. Я вот тут постою. А вообще нельзя спрятаться никуда. Нельзя. Только не это. Ну ладно. А что, ты меня правда выпустишь? Нет. Выходи, все. Да, спасибо. Пойду посмотрю на ключики там. Так, красненький, зелененький. Нам нужен какой? Нам нужны все. Мы не один из них еще. А нет, зелененький, подожди, вы сейчас использовали. А красненький еще нет. А кстати, вот сейчас я здесь. Голубенький я использовала. Ёж, я лопату нашла. Лопату? Я не знаю. Как ты так близко оказался? А я так просто скажу. Так, о, лопата. 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 А что с ней делать? Ну, в беконе уже на какой-то из карт была лопата. Хочу тебе сказать. И зачем это мы делаем? Вот. Очень некрасиво с вашей стороны. Ну простите, уважаемый Биткоин, просто не могла этого не сделать. Я вам помочь хочу вообще-то, а вы... Вы хотите меня слопать, судя по всему. Неправда. Правда? Нет. Вообще-то да. Я даже когда оглушен, я могу двери открывать и закрывать. Серьезно? Да, ты мне закрыла дверь, я стою оглушенным, открыл дверь. Вот это да. А я нашла какой-то шлем. Так. Ёж, я не знаю, зачем здесь шлем. Шлем, говоришь, нашла? Так, да. Давай посмотрим. Вот, смотри. Давай посмотрим. Ну-ка. Давай посмотрим. О, что ты подняла такое? Я лестницу какую-то нашла, не знаю зачем. Я понятия не имею. Очень сложная карта. Мне кажется, что пройти ее будет просто нереально. Так что если даже ты не будешь меня ловить, я все равно от времени тут где-нибудь скончаюсь, мне кажется. Все ясно. Но это пока с непривычки так тяжело, а потом будет так же легко проходиться, как, мне кажется, девятая карта свинини. Мне она очень нравится, кстати. Да, не знаю, может быть. Так, ну что ты тут пришла? Слушай, ну так не пойдет. А как? Ну ладно. Слушай, ну раз ты не можешь пройти карту, тогда, наверное, не надо тебе уже помогать, да? Не надо? Не ты надо? Это решил сказать сейчас, когда я в тупике стою? Ну да, я так подумал просто, знаешь. Нет! Серьезно? Ого, почему ты в танце меня прикончил в каком-то? Не знаю. Обалдеть. Так, ну ладно, давай попробуем еще раз. Я надеюсь, что сейчас дадут беконам побыть мне, потому что это то, чего я вообще хотела сегодня. А, я же, кажется, я поняла, зачем лестница. Она в самом конце будет вести куда-то к вертолету, по-любому, потому что слишком уж наверху он стоит. Возможно, слушай. Да, так что вот это тебе подсказка. Все понятно. А я тут вот сейчас попытаюсь себя разглядеть. Кстати, это именно то, о чем я говорила. Ёша уже знает, потому да. Что у него видео, вы это уже могли увидеть, но не у меня. Конфетный нож, кстати, не очень сочетается здесь и очень как-то темновато. Но ничего, мы сейчас найдем светлое место, я надеюсь, и я буду там только и ходить. О, да, Ёша, меня выпустили. Меня выпустили, и вот я тут. Выглядит, ну, конечно, жутко, но при этом вот зубки мне очень нравятся, вот прям да, вот прям очень. Ой, подожди, тут что-то написано? Почитай, пойди почитай, что-то написано, что-то так. Про молоко, есть молоко, да. Нужно молоко, какие-то вандалы пишут про молоко. Подожди, Ёша, тут надо мусорку будет открыть. Мусорку? Да, на улице огромная такая, мусорный бак такой, его надо открыть будет. Интересно. Вот это да. О, привет. О, закрыта дверь еще! Что там? Ну, вот пройти не могу. Пройти не можешь? Пропустите, сиреноголового! Нет. А у тебя есть ключ? Нет. А тогда что ты тут стоишь? А просто смотрю. А, ладно, пойду другим путем. Не надо. Просто там, на улице, там интересно. Зачем? Ну, там интересно, там надписи всякие. Две надписи. Ты можешь просто встать рядом со столбиками и притвориться, что ты свой. А тут есть столбики? А разве нет на улице? А, ну вообще должны быть, но тут нет. Тут какой-то очень странный такой закоулочек. Я буду единственным столбом на улице. А, вот поэтому тут так темно, я поняла.
Так, ну ладно. Кстати, нашла оранжевый ключ и желтый тоже. Оранжевый? Желтый... Вот, открой дверь. Подожди, Ёша, а ты желтый вроде уже использовал, не да? Не было такого. Я вижу все. Нет, нет. А знаете что, я знаю, что там знаешь? В желтом сейфе, да? Я два раза это доставала. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Ну, тогда бойся меня, получается так. А это единственный предмет, который ты будешь с собой носить? Ну, да. Так. Нет, вот он лежит здесь. Ты, по-моему, его уже выкинул. Я могу тебя не бояться теперь. А только где ты? А почему тебя найти не могу? А вот потому что я такой скрытный. Скрытный? Скрытный лестницу нашла? Молодой шибер. Да. Такой, знаешь, прячусь. О, привет. Не привет. Никакой не привет, уходи. Вот это скрытный, да? Смотри. Ничего, сейчас я снова уйду. Так, это не дверь, к сожалению. Опять непонятно, куда ушел. Да. Ладно. А! Я тут, смотри, а я предмет мебели, я тут прячусь. Ага, ну вот все, стой. Хорошо, так, да? Ты дверь, да, ты дверь. Такая дверь, которая умеет ходить. Нет! И еще передавать радиосигналы какие-то. Сигналы, да, но не да. надо. Я слышу так вас. Меня, а, тебе плакать. Звук просто моих шагов слышен, да? Да, такой? Конечно. Могли бы сделать уже и какое-нибудь и радио, и да, я тоже подумал, кстати, об этом. Да, потому было что, бы здорово. Ну, представляете, за вами идет сиреноголовый и говорит, как старые какие-то записи. Я думаю, что это было бы очень жутко. Привет, Яша. Так, никаких приветов, я тебя щадил. Я помню эту комнату. Я тебя щадил. Не в этой комнате. В этой комнате я тебя щадил тоже. Было, раз тебя выпустил. Ну ладно, давай вот так встану, так пройдешь? Да пройду. Ну ладно. Спасибо. Молодец. Спасибо. А как ты замахивался на меня ножом в прошлый раз? Я что-то так не умею. Не знаю. О, и давай я попробую поставить капканы. Давай. Давай мы попробуем здесь. Ну как? Нет, не работает. Не выходит? Может, это не выходит с одним человеком? Я вот об этом еще думал. А, ну может быть, да, слишком было бы тебе сложно тогда убегать. Да, капканы просто не ставятся. Немного обидно. Блин, так много предметов. Я тебе говорю, карта, она называется Стрэнди, но она какая-то суперсложная. Да. О, а еще могу посмотреть на себя из окна. Ого, вот это здорово. Это я тут так, как манекен прям. Вам нужна одежда на сиреноголовом? Она продается в нашем офисе. Приходите. Да уж. Ну, что-то мне подсказывает, что это не будет пользоваться большим спросом. О, слушай, это вообще будет очень сложно пройти. Очень сложно. Ну, я уверена... Подожди, тут еще вот 8 на мониторчике написано. Вот именно. На таком фиолетовеньком могу тебе подсказать. Тебе надо? Пока нет, к сожалению, потому что тут слишком много цифр, а у меня, к сожалению, слишком мало открыто ключей. Да уж, о, привет. Привет. Эй, честно! Честно. И сколько мне тут еще стоять, скажете? Я еще не могу двигаться. О, могу. Ого, Ёши, подожди, целых 6 мониторов. Ага. Обалдеть. А я могу пощелкать на них так сейчас? Вот три на зеленом пойду понажимаю. Это... О, могу. Ёши, можешь? Я тебе могу помочь. Серьезно? Да, я нажимаю. Обалдеть. Так, ладно, хорошо, давай смотри, вместе 7, проходить. 7 на красном, давай. 7 на красном, хорошо. 7 на красном. 7 на красном, пожалуйста. Так, остались синий, серый и оранжевый. Сейчас. О, сейчас вот вижу оранжевый. Так, фиолетовый 8. Да, это я уже написала. Да. 6 на оранжевом. 7 на сером, все. 7 на сером? Ну, еще нужен ключ, к сожалению. Подожди, отойди. Иди. Так, 7 на сером. Ну да. А подожди, а на синем сколько? Вот для чего лопата нужна, на мусорку копать. Что? Там же нужен был лом. Лом, да, но открыл ломом, и теперь нужно копать мусорку. Обалдеть, копать мусорку. Вот это да. А ты все еще не открыл этот оранжевый ключ, уже там он на улице. Ёша, а вот возьми да, его сейчас. Открой. А зачем? Я уже не могу здесь прыгать. Ну, выпустите меня. Сейчас. Пожалуйста. Ты не открыл. Я же открыл. Ёша, что это за издевательство? Извини, пожалуйста. Я не смог. Я уж думала, надо пойти тебе отомстить. Так, подожди. А синий мониторчик еще где-то. А, один. Один, ну сам нажмешь, в общем. Нет, ты нажми. А мне далеко идти. Мне тоже не близко, давай, нажимай. Вы видели, он гоняет сиреноголового просто по карте, чтобы он на него работал. Ну я не со зла. А из-за лени? О. Слушай, так ты ж туда пришел. Так, подожди, а что это? Смотри, лопата. Все светится теперь зелененькими. Круто, так, ну иди ты. Я стою, не двигаюсь. Ты меня пугаешь. Ну правильно, я же сиреноголовый. Что же мне еще делать?
Так, интересно, что я откопаю в мусорке? Ой, Ёша, а флешку ты использовал? Флешку использовал, да. Понятно. Мусорка. Ты будешь выкапывать что-то в мусорке? Ну, посмотрим, а вдруг там что-то важное? А может там ключ вот этот серенький? Не с этой стороны. Вот я тоже на это надеюсь. Да, было бы здорово. Так, ну 2 минуты у тебя осталось. Прям я даже не знаю, как ты сможешь пройти. Вряд ли я успею, конечно. Ну, давай, постарайся. В принципе, сейчас уже, кажется, не такой сложной карты. Мониторы рядом располагаются. Да, белый ключ. Да? Да. Так, ну ладно, не набеги только на меня, я тут на какой-то лестнице. Так, Ёши. Я бегу. Ты бежишь? Да. А я могу посмотреть, куда ты бежишь? Ну, а зачем тебе? Я тоже хочу. Ой, стекло врезалось. Где? А вот открыл белую дверь. А, вот, теперь тут так, а что это? Лестница? Лестница и горелка. Блин, горелка где-то была рядом. Горелка, по-моему, лестница вот. Лестница вот. А горелка на первом этаже, там, где был желтый сейф. Ты, в принципе, еще, наверное, можешь даже успеть. Ну, не уверен, честно говоря. Ты поставил лестницу? Да, лестницу поставил. Так, можешь пойти посмотреть. Я пойду, только давай я тебе покажу, где горелка. Ты видишь меня где-нибудь? Иди на звук, иди на звук. О, вот сюда, там горелка, давай. Хватай ее, хватай и пойдем наверх. Посмотри, как там лестница осталась. Какой кошмар. Засунуть лестницу в сейф, конечно, это сильно. Так. Ладно, Ёша, подожди, я хочу посмотреть на то, как ты будешь убегать. Мне кажется, что это все. Ты думаешь, это все? Ну, мне кажется, что да, предметов-то больше не осталось. Да, это конец. Обалдеть. Так, не подходи близко. Ну, ладно. Не подходи. Ну, я не близко, не подходи. Я так вот подойду. А, все, ты меня не достанешь. Бе-бе-бе. А если достану? А, нет, вот и нет. А ты можешь подняться разве? Я не знаю. А попробуй. Ёш, я не буду пробовать, ну, давай, только попробуй. Я тебя убью. Я не хочу тебя убивать, давай, попробуй, немножечко. Не, не могу. Не могу, не могу, не можешь. Зато могу попрыгать. А! Все, пока. Слушай, ну я успел, получается. Здорово, прошел карту. Обалдеть. Так, и мы садимся в вертолет и просто улетаем. Это все? Это все? А я немножко застряла. Да, скудноватая концовка, это все. Ну, ничего, в принципе, зато ты ее прошел. Мне почему-то кажется, что, возможно, это последняя карта бекона, потому что мест на следующие больше нет в меню выбора. Слушай, ну, думаешь, по аналогии со свининой? Ну, мне кажется, что все-таки что-то придумают. Там, не знаю, расширят это окошечко или еще что-нибудь. Вторую страницу, например, да. Ну да, потому что тут вроде бы как-то незакончено выглядит это все дело. А возможно, бекона оставили просто разрушать город и улетели оттуда. Офис, точнее, да. И офис, и город, почему нет? Просто все улетели и подумали, ладно, пусть там беконы теперь веселятся, это их город. Но в любом случае, это было здорово. Теперь это город Сиреноголового, а мы, не знаю, вернемся в бекон как-нибудь позже. Да, обязательно. Будем надеяться, что выйдет новая глава, и мы точно сюда вернемся. А на сегодня это все. Ёша, спасибо за игру. Спасибо тебе. И вам всем тоже большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, переходите на канал Ёши, на канал Евы, Ульяны, Лео. В общем, на все каналы, ссылки на которые будут в описании. А на сегодня это все. Всем пока. Пока.